Всем привет, с вами я, Алиса, и сегодня мы готовимся к Хэллоуину, посмотрим, как оформлены магазины, что вообще продают, и как французы готовятся к этому празднику. Ой, простите. Я уже принарядилась, а ты пока подписывайся на мой канал и мои социальные сети, ссылки в описании. Хоть бы памперсы, придерживающие мой штатив, сейчас не упали. Так, это лишнее. На полном серьезе так хожу, да. Да вы чё, офигели? Да что вы такие стрёмные? Я не знаю, как тут дети вообще проходят мимо этого добра. Хватает просто с ними рядом. Постоять уже как-то. Ох, ничего себе, в тот раз приходила, все было завалено. Сейчас осталось только 4 вещи Wednesday Addams. Это, собственно, все. Блин, так угарно, смотрите, рука трясется. Выберем себе оружие. Чур у меня метла. Дворники сейчас плачут жестко. Хорошо, что я выгляжу, как будто мне 10 лет. Нет, да, ощущение, что у меня не так что-то с головой. Смотрите, что я случайно нашла, мне кажется, самую милую игрушку. Кстати, это мой самый главный страх. Однажды мне во сне приснилось, что я бегу очень долго по набережной от него, от крика. Он такой хороший, такой миленький. Но я буду очень его бояться. Нет, чел, нам с тобой не по пути. Он как-то работает. Я не поняла, как, он только что смеялся. Раз у нас такая пьянка, я померяю все. Ну и ну. Не хотела я мерить, пришлось. Как оформлен магазин флористический, цветочный? Нас встречает девушка в костюме маника. Есть еще всякие корзиночки. Ну, в общем, красота. Как оформляют витрины во время Хэллоуина? Сейчас, конечно, все пусто, мы приехали под закрытие, но это... Ой... Да, написано не трогать, да и не очень-то хотелось. Смотрите, кстати, какие-то тортики есть. Мы прошли с вами мимо Холодного Сердца. Стоят они 20 евро здесь. Я была здесь несколько дней назад, и представляете, все было забито тыквами, сейчас раскупили. Судя по всему, здесь они вырезали уже свечку, даже туда внутрь поставили. И остались только вот такие тыковки, которые никто не хочет брать. На мой взгляд, вот это самое подходящее. Мне нравится, они реально все делают с паутинкой вообще во всех магазинах, даже в этих куафюрах, ну, в салонах красоты. Здесь всякие сладости, посмотрите, какие большие пачки попкорна. И вот оно, все реально опять-таки в паутинке, можно дотянуться до всяких жопослепающихся конфет только тяжким путем. Ну, а здесь уже все лежит. Да, на самом деле у них тут все, конечно, приурочено к этому празднику. Я угораю вот с этих конфет, с этих упаковок в виде лиц скелетов. Да, это реально хоррор-микс. Не знаю, что страшнее. Я в этом костюме, я как горбун из Нотр-Дама, хотя я стою сейчас ровно. Не, я, наверное, не пугаю людей, я их веселю. Очень милые какие-то щеночки, конфетки. А, нет, это набором идут вместе. И посвященный дню смерти Фиеста. Какие милые у Kinder Surprise наборчики. Этот в коллабе с ТикТаком. И да, сегодня не совсем стильные находки. Я найду тут костюмчики для Хэллоуина. Я думала, будет Hello Beer. Каком такие сладости? Страшно, вырубай. Чё такие уродские-то? Ужас. Не, вы знаете, мне больше по душе вот тот стенд с Барби. А, оказывается, это говно еще продается. Поэтому они висят и пугают всех. То, что я это трогаю, это уже
знаете ли, колоссальный для меня успех, потому что я ненавижу это все. Ну, блин, вообще не работает. Ну и да, маски. Давайте посмотрим, что тут есть. Милоша, милошка, милошка. Парики. С праздничком. Может, мне в этой маске вести все свои блоги? Влоги, все, что попало. Не работает, я вам клянусь. Он только что ржал. Ехидно. Не, у меня ж не шиза. Может, это тоже? Нет. Нет, я скорее сломаю ее. Первый раз, когда увидела, инфаркт что-то не словила. Интересно, что клоун выдает? Так, вот здесь есть костюмы. Вот они, наши стильные находки. Ребята, ребята, костюм скелета. Косметика. Ну, можно я это не буду комментировать? Всем привет. Чё, поиграем сегодня, да, в игру? Вот она, стильная находка, я считаю. Это самое миленькое, что я здесь увидела, сумочка с кошечкой. Такая в Victoria's Secret стоила бы 60 евро. Или 80. А тут 4. Может, даже взять? Перчатки, которые светятся в темноте. Шапо. Меня тут привлекли костюмы. Кстати, в другом магазине я уже мерила костюм. Wednesday Adam. Тут вот остался парик и этот уродь. Есть парик и костюм Дракулаура и также Wednesday Adams. 7-8 лет, конечно. О, 10-11. Ой, 10-9 лет есть костюмчик. Полукостюмы. Я вообще обалдела. И вот это вот Г стоит 18 евро. Прикиньте, просто... кофточка, обычная кофточка, без всего. А я в других магазинах видела с юбкой, с еще дополнительной пиджаком. То есть, ну, как бы вообще полная комплектация. Это что вообще за Г? Непонятно. Есть еще костюм Франкенштейн. А внизу так спрятали, да? А примерку костюма Wednesday Addams и игрушки покажу в видео на моем новом канале. Ссылка в описании.